сегодня в Большом концертном зале лучшие женщины Республики Татарстан. Это многодетные мамы, бизнес-леди, общественные деятели и деятели искусств. Шестеро своих и пятеро племянников Гульфира Асадуллина из Алькеевского района воспитывает 11 детей. После смерти сестры и сестренки стала мамой для их малышей. Дети, они дети. И свои, и приемные. Мы воспринимаем всех одинаково. Дети есть дети. Все-таки родная кровь. Все о них и для них. 20 победительниц конкурса. Они прошли через 3 этапа и стали лучшими из 700 заявленных участниц, чтобы сегодня вот так стоять на сцене. Душа женская. По доброте, по возможности не имеет аналогов. А то и она и женщина. Женщина-мать продолжает рода человечества. Те, кто много сделали, много повидали, женщины, что внесли вклад в культуру, бизнес и верные хранительницы домашнего очага. Всего 10 номинаций. Женщины третьего возраста, журналист и поэт из Бугульмы. А я в Бугульме, в Татарстане, на родине милой тружусь, и крепкою дружбой, и вами, подруги мои, горжусь. Талантливой, красивой и преданной профессии. Победитель номинации «Женщина-ученый» из КФУ Альфия Юсупова. 30 лет отдала науке. Женщина все может совмещать. И науку, и семью, и работу. Вместе с женщиной свою награду получили мужчины. Им подстать самые благородные. В первую очередь мы хотим, чтобы деревня наша Амирова не пропала. Поддерживаем молодые семьи. Значит, при рождении детей выделяем финансовые средства. До этого выделяли 100 тысяч рублей. Конкурс только один день, а вот секрет этих женщин в том, что они точно знают, что значит быть сильными и нежными одновременно, каждый день. Альбина Слагараева, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань.